Так, по мнению школьников, выглядит мечта хорошей хозяйки. На самом деле эти огромные машины, стиральная и сушильная, мужские помощницы. Здесь приводят в порядок боевую одежду самарские пожарные. Как живут огнеборцы на службе и какие средства тушения у них на вооружении, ученики 176-й школы увидели на самом необычном уроке ОБЖ. После экскурсии по рукавному хозяйству, гаражу и спортзалу пожарной части номер 1 короткая лекция по истории огнетушителей – от газовых до современных закидных. Сворачивается первопатрон, дергивается чека, закидывается данный огнетушитель и аэрозольным слоем производится тушение. Школьники смогли на минуту почувствовать себя настоящими пожарными, примерить газодымозащитную маску, каску и обмундирование. Ну, мы теперь хотя бы знаем, допустим, как работает, что, чтобы мы, допустим, может, в некоторых моментах не удивлялись там. Столько всего, столько мер нужно выполнять, то есть определенное поведение, нормы, и все это нужно выполнять. За невыполнение, я думаю, это карается. Любая ошибка стоит жизни. Пожарная часть номер 1 – одна из самых старых в Самаре. Здание, построенное 100 лет назад – настоящий исторический памятник. Эта экскурсия – проект общественного фонда «Граждане Самары». Принять участие в ней могли все желающие. Информацию общественники разместили в интернете. Самыми активными и организованными оказались школьники. И та задача, которую мы вот выполнили сегодня, это помочь вот детям понять, что такое МЧС, как она работает, какие средства вот пожарной безопасности существует, потому что это фактически та опасность, которая нас всегда преследует в течение жизни, и они будут более вооружены на предмет вот противодействия вот этим опасностям. Опасность и ее устранение продемонстрировали наглядно. Специально для школьников перед частью разожгли бутафорский пожар, который оперативно потушили. Показательные выступления огнеборцев на ребят впечатление произвели. Я не хотела, чтобы такая пена испачкала мою квартиру. Общественный фонд «Граждане Самары» продолжит сотрудничество с МЧС. Впереди еще не одна экскурсия и совместные спортивные соревнования. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.